От степени популярности того или иного политического деятеля непосредственно зависит уровень его признания и доверия среди большинства граждан страны. При этом, формируя имидж, политики вынуждены продвигать свою персону не только с помощью пиар и рекламы, но и за счет популяризации позитивного статуса в сети интернет. Кто же из политиков Узбекистана является самым популярным в интернете? С этим вопросом решили разобраться аналитики издания «Биржевой лидер». Первое место рейтинга популярности по-прежнему занимает старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Исламовна Каримова, которая пробует свои силы не лишь в сфере политики, но и моды и шоу-бизнеса. Не проходит и пару дней, чтобы о ней не было слышно, то она попадает в тюрьму, то обвиняет мать в колдовстве, то разоблачает силовиков, которые, по ее мнению, регулярно устраивают оргии прямо на рабочем месте. Вторую позицию популярности в интернете занимает Рустам Расулович Инаятов, председатель службы национальной безопасности, один из основных претендентов на пост президента страны. И только на третьем месте в этом месяце президент Ислам Абдуганиевич Каримов, который существенно уступил позиции, хотя является главной фигурой политической жизни страны.